Президент России Владимир Путин заявил, что общественность будет проинформирована о результатах следствия взрыва в Керчи, которое проведут правоохранительные органы и специальные службы. По результатам работы правоохранительных органов и специальных служб общественность будет проинформирована, это заявил Путин сегодня в ходе заявления для СМИ по итогам переговоров с президентом Египта. Также напомню, что Владимир Путин с минуты молчания начал пресс-конференцию с президентом Египта. И давайте послушаем, что сказал президент. В России, в городе Керчь, произошло трагическое событие. В результате взрыва подготовленного взрывного устройства погибли люди, много раненых. Я хочу выразить соболезнования родственникам погибших и выразить надежду на то, что пострадавшие поправиться как можно быстрее. Мы все для этого сделаем. Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. По результатам этой работы специальных служб общественность будет проинформирована. Уважаемые друзья, в знак памяти о погибших я прошу почтить их память минуты молчания.